комбайн, по вашему мнению? Новый. Новый. Работаем. Смазочные материалы – ключевой элемент обеспечения долговечности и надежности работы узлов и агрегатов. Качественные продукты дают возможность использовать технику без простоев и поломок. Сельскохозяйственные машины работают в поле, на ферме, где всегда непростые условия эксплуатации. Переменные нагрузки, перепады температур, пыль, грязь. Необходимо надежное решение, которое выдержит все эти испытания. И мы его сделали. Смазочные материалы OptiTech идеально подходят для эксплуатации в наших условиях. В линейке широкий спектр продуктов для бесступенчатых и механических трансмиссий, гидравлических систем и, конечно же, двигателей. А это значит, что OptiTech – комплексное решение для любого хозяйства со смешанным парком техники. Наши продукты можно и нужно использовать для обслуживания как отечественной, так и западной и китайской техники. В наших машинах OptiTech, которые собираются на заводе в Подмосковье, это масла первой заливки, что показывает нашу уверенность в своем продукте. Смазочные материалы OptiTech – это гарантия качества по оптимальной цене. Друзья, я рад снова приветствовать вас на канале. Сегодня нахожусь в хозяйстве под названием ПХ Артемида, расположенного в Кармаскалинском районе Республики Башкортостан. И здесь ведется заготовка кукурузного силоса. Кукуруза в этом году уродилась очень хорошая из-за, так скажем, обилия осадков, достаточно теплой температуры. Ну и в этом хозяйстве очень строго подходят к технологии возделывания кормовых культур. Поэтому здесь, в принципе, всегда кукуруза очень хорошая. И здесь, что интересно, работает новый комбайн Krone Big X 780. На нем работает механизатор по имени Александр. Мы с ним уже встречались, потому что он до этого работал в хозяйстве на комбайне Krone Big X. Этот комбайн на ходу, полностью исправен, но он стоит, так скажем, в запасе, потому что работать некому. Транспорт не успевает за новым комбайном. И на силосной траншее тоже не успевает всю эту массу, как говорится, заложить, распределить и правильно утрамбовать. Вот. Огромная благодарность руководству хозяйства за возможность посетить хозяйство, посмотреть столь интересную технику. Ссылочку на видео с комбайном Krone Big X и с Александром, когда мы встречались с ним уже до этого, я оставлю в описании под видео. Кому интересно, заходите, посмотрите. И также в описании вы сможете найти ссылку на телеграм-канал, на котором я выкладываю фотографии, видео, которые не попадают на основной канал. Обязательно пройдите, посмотрите и при возможности подпишитесь. Ну а я желаю вам приятного просмотра. Не забудьте поддержать канал подпиской, лайком и комментарием. Всем приятного просмотра и до скорых встреч!
автопилот не включаете? Включаем. Выбегает ты на раз. Выбегает? Калибровать до конца. Вот это авто. В этом году кукуруза, конечно, уродилась, дай бог, да? Влаги, тепла хватило. Причем все лето заливало дожди. Здесь полтора тучи налилось. Да, так июль, август. Полтора месяца шли дожди. А камеры у вас нету, да, на силосопроводе? Нет. Одна камера только сзади? Да. Заказывать, устанавливать можно. Все для этого есть. Ну, до оснащения, короче, возможно. И как комбайн, по вашему мнению? Новый. Новый. Работаем уже. Ну, вот у вас старый был, вы сколько лет на нем уже проработали, на старом? Я уже не помню. Вот этот новый, например. Глупый вопрос, конечно, но чувствуется прирост производительности? Конечно, чувствуется. Конечно, да? Лошадей побольше уже, получше идет здесь. У вас центнеры вы считаете, ну, посуточно, посменно, сколько заготовили? Сколько, например, на комбайне можно за смену заготовить кукурузы? Самое большое то, что у вас было. 1300 тонн. Но это еще не только с техникой еще проблемы. Это не максимум, короче, еще. А так в настройках, в управлении вот со старым комбайном есть разница? Есть, здесь проще. Проще? А в плане чего? Например? Вообще настройки вот. Ну здесь все с компьютера чисто регулируется, с бортового. Да. То есть лазить там ничего не надо делать. Ну и там, в принципе, тоже так, то же самое было. Но просто тут полегче как-то, попроще сделать. Двигатель у вас Caterpillar, да, я слышал, стоит здесь. Да. Прожорливый или нет? Да нет, я бы не сказал. Сколько вот вы, например, говорите, 1300 тонн заготовили, сколько солярки при этом ушло примерно? Примерно где-то 850, может. Сколько? 850 литров. Ну где-то, да. А бак сколько здесь? 930. Почти полный бак, короче, за расход. И так вот, Вась, понятно. Останавливаясь, прям переключаетесь.